Домбай – один из самых известных горнолыжных курортов России. Здесь трассы подходящей сложности найдутся как для профессионалов, так и для начинающих. На лыжах здесь катаются с декабря по май. Из-за отсутствия снега этот сезон начался чуть позже. Но в конце декабря природа исправила ситуацию. Выпали обильные осадки. По нашим данным, на сегодняшний день более 100 тысяч туристов уже были посетили поселок Домбай. Это приблизительная цифра. Это более 100 тысяч людей. Будет не так уж много. А вот начиная с пятницы, суббота, воскресенье, каждые выходные, практически можно сказать, что весь Домбай переполнен. Как говорят специалисты, большое количество хорошего сухого снега обеспечило высокий наплыв любителей горнолыжного спорта и активного отдыха. В этом году со снегом больше повезло. Он так сыпет постоянно, и получается, постоянно ратраки ездят, ратрачат трассы. Очень красивые, хорошие трассы. То есть, кто хочет вне трасс покататься, тоже очень много целины, пока ее не срезали. Ну, очень часто вот любители вот экстремальных катаний, да, не срезают, катаются. Вот это бордисты приезжают с разных городов. И для них это счастье попасть в такой день, как сегодня. Люди могут кататься как в трассе, так и вне трассы. То есть очень интересно кататься, и своеобразная там техника очень многим нравится. Как признаются сами туристы, они приезжают в Домбай, потому что таких панорам нигде больше нет. В дни, когда хорошая погода, здесь можно наблюдать половину главного Кавказского хребта. А поднявшись на 6-й уровень, виден величавый Эльбрус. В основном сюда приезжают туристы из Ростова, Астрахани, Ставропольского и Краснодарского краев. Домбай – одно из самых замечательных мест, самые лучшие курорты. Здесь очень замечательно, и Ростов очень часто приезжает сюда кататься. Нам здесь очень нравится, и здесь, кстати, очень вкусно кормят. Вкусно кормят, и отлично тут настроение, и устраивают вечеринки. Домбай манит своей вот неизведанной такой природой, то, что тут как-то такие трассы интересные, природа восхитительная, очень шикарные горы, вид просто захватывающий, а также самые лучшие инструкторы. Все расскажут, покажут, помогают, так что всем советую сюда приезжать. В выходные дни сотрудники полиции, которые здесь обеспечивают правопорядок, несут службу в усиленном режиме. Также безопасность отдыхающих обеспечивают ски-патрули и профессионально-поисковые формирования МЧС. Каждый день только после их оценки готовности склона отдыхающих допускают на горнолыжные трассы. Ахмат Халкичев, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия, Домбай.